Как дела? Рестита, Статлилия. Работаю на конюшне, гнедые лошади. Тебе тут наши лошади неподалеку не попадались? Нет? Ладно. Просто они запропастились куда-то. Мы ухаживаем за лошадьми тех, кто приехал в имперский город. Мы также продавали лошадей, но теперь мы не знаем, куда они делись. Это преступник в розыске. Он ведь мастер-вор? Говорят, он очень опасен. Еще говорят, что нищие работают на него. Похоже, настали суровые времена. Смерть Уриэля Септима и его наследников все изменила. Да? Не пытайся мной манипулировать. Это просто глупо. Это не лишено смысла. Восхитительно. Достаточно. Я восхищаюсь тобой. Потрясающе. Извини. Не понимаю. Твоя лесть на меня не действует. Достаточно. Какие приключения? Какая тупая... Не говори ерунды. О, какой героизм. Какая тупая шутка. Не пытайся мной... Не могу спорить с этим. Это не смешно. Моя жизнь так скучна. Победа за тобой. Не сейчас, не позже. Это не лишено. Моя жизнь так скучна. Ты думаешь, это смешно? Победа за тобой. Какие приключения? Это не смешно. Какая чушь. Еще увидимся. Салют. Что я могу сделать для тебя? Да? Прощай. Я Брелиус Гавей. Нет, мы не продаем лошадей, но мы хорошо питаемся. Эта конюшня принадлежит орку. И, ну, ты понимаешь, орки и лошади... В часовне Анвила произошла страшная беда. Все служители и служительницы Дибеллы убиты. Некоторые думают, что лошади предназначены для езды. Но некоторые из нас орки. Снегграбура, например. Она предпочитает езде на лошадях.
жаркое. Да? Не пытайся мной манипулировать. Какая тупая шутка. Достаточно. Восхитительно. Я не возражаю. Восхитительно. Какая тупая шутка. Какая чушь. Победа за... Восхитительно. Это не смешно. Не пытайся мной манипулировать. Восхитительно. Я не возражаю. Не сейчас, не... Это просто глупо. Я не возражаю. Твоя лесть на меня не действует. Это не смешно. Моя жизнь так скучна по сравнению с твоей. Еще увидимся. Что? Береги себя. Приветствую, орк! Если ты алхимик, главный ингредиент – это то, что тебе нужно. Если тебе нужны ингредиенты, то это лучшее место для их покупки. Есть новости из других частей Тамриэля. Снег Грабура, владелец этой конюшни. Мы содержим лошадей и... Лошадей мы не продаем. Больше не продаем. Конюшня Гнеды и Лошади продавала лошадей. Но они пропали. Наши лошади. Все пропали. Большая загадка. Непонятно, куда они делись. Добавила немного лука и... Подожди, я чуть не проговорилась. Нет, конечно же нет. Это было бы неправильно. Нельзя есть лошадей. Насколько мне известно, у Мандил очень проворные пальцы. What can I interest you in? You've got to be kidding. Let's see what we've got here. Как ты сегодня? Снег Грабура, владелец этой конюшни. Мы содержим лошадей и... Но мы не продаем лошадей. Больше не продаем. Да, слушаю. Тебе не напугать меня. Моя жизнь так скучна по сравнению... Неплохо, совсем неплохо. Твоя лесть на меня не действует.
Хорошая шутка. Твоя лесть на меня не действует. Какие приключения? Тебе не напугать меня. Прелестно. Не пытайся мной манипулировать. Моя жизнь так скучна. Тебе не напугать меня. Я восхищаюсь тобой, потрясаю. Это просто неплохо, совсем неплохо. Твоя лесть на меня не действует. Не пытайся мной мыть. Какие приключения? О, пожалуйста. Хорошая шутка. Да, понятно. Удачного тебе дня. Продолжай, пожалуйста. Продолжай. Пока. Поговори со мной. Доброе утро. Приветствую.
Это ты? Привет. Извини, нет времени на разговоры. Мне нужно доставить эти экземпляры вороного курьера. Вот, возьми один, бесплатно. Я еще только разминаюсь, жалкий червяк. Даже крабы дерутся лучше.
Попробуй мой меч. Покажи мне, что ты. Попробуй мой меч.
This is no time to talk. Keep your guard up and watch your back. This is no time to talk. Keep your guard up and watch your back. This is indeed a dark day for all of us left. But I thank you for risking your own life to help us. Here, take this. It'll tell you all you need to know. As the newest master of the castle, I bid you welcome. Yes, sir. All right. Приветствую тебя. Yes, sir. All right.
Я слушаю. Пожалуйста, продолжай. Проклятый вор. Надеюсь, его повесят, когда поймают. Впрочем, он очень скользкий тип. Нищие его глаза и уши. Анвил весь гудит. Сначала нападение на часовню, а теперь пророк вещает о конце света. Если что-то сломано, я могу починить. Конечно. Береги себя.
Хорошие новости, гражданин. Yes, sir. All right.